На самом деле, куда пойти, это довольно большая проблема в центре Москвы, потому что все дороги ведут вообще в одну и ту же сторону, значит, вы понимаете, в какую. Но, так, сегодня денек, так сказать, подведение итогов. Очень приятное занятие, я вам скажу. Потому что ты смотришь со стороны на свою жизнь, ты, как говорят психологи, проговариваешь всю ситуацию и так далее. Но хотелось бы, еще раз говорю, хотелось бы диалога с умными, знающими людьми, чтобы мы все вместе могли прийти к каким-то правильным выводам или, по крайней мере, просто дружить и общаться. Это уже немало. Какой сегодня план? Я думаю, что сейчас дождь на это пойдет. Мне так кажется. Как-то, в общем, достаточно потемнело. Но облака вроде как не похожи на дождевые. Да, вот видишь как. Вот так вот. Ну, с этим надо быть осторожнее, но зум у меня хороший, ребятки. Зум хороший. Ну вот, здесь пока, как говорится, был дождь, здесь было все полно народу, сейчас народу меньше. Зонтик просох. Сейчас двинем. Двину. Там какое-то столпотворение с мигалками. Короче, дурдом полным ходом. Так что и эти люди запрещали мне ковыряться в носу и убеждали меня, что общество – это здоровая и нормальная субстанция. Да-да. Ну-ну.